Сомер Кадираманович, онлайн-торговля по моим сигналам. Начинаем понедельник сегодня, 9.10, 9 октября. Очень много сигналов на открытие рынка. Все рынки почти в красной зоне, да, все падает. Евро-иена 157-200, зона sell. Посмотрим, придет ли рынок сюда. DAX тоже 150, а, точнее 15-153, тоже sell. Наблюдаем. Хорошие точки для входа. Для входа в шорт. Ждем евро-иену, потому что видим, евро-иена корректируется. Мы можем сюда лимит поставить. Лимитный ордер. Sell limit, вот так. Пока поставим, а потом, если что, скорректируем. Dow Jones продолжает падать. DAX продолжает падение. Sell. То это интересно. Пока тоже поставим. Еще раз я заранее ставлю, чтобы на всякий случай, если вдруг какой-то всплеск будет, да, быть в рынке, потому что эта зона sell хорошая. А если я, например, сейчас вам что-то буду рассказывать или откликусь на другой символ, цена придет сюда, я могу этого не увидеть. Она может быстро за минуту прийти, за минуту уйти. И тогда будет обидно, что я хорошую сделку пропустил. Поэтому лимит, он гарантированно меня введет в сделку, если цена сюда придет. Ну, по-другому не бывает, в принципе. Если нет, ну, тогда мы просто удалим лимит. Можно не ставить лимит, можно входить по рынку. По рынку мы просто меняем вот здесь, смотрите, внизу. Видите, есть кнопка лимит. Вот мы ее меняем на market и нажимаем тогда sell, когда цена сюда придет. Все. То есть, либо мы заранее ставим сюда, когда цена еще не пришла, но мы знаем место входа, потому что по системе есть четкие правила входа в рынок, и алгоритм нам подсказывает котировку, в районе которой лучше всего входить. Я беру обычно чуть-чуть пониже, если продаю, ниже указанной котировки, и чуть повыше, если покупаю, выше указанной котировки. И обычно с 10 до 11 мы делаем основные деньги, зарабатываем. DAX почти в зоне, sell, евро-иена тоже. Я в сделке по DAX. Видите, да? Ордер был sell limit, а сейчас просто sell. И евро-иена, но пока здесь sell limit только. Здесь еще не sell. По евро-иене. Евро-иена нет. Евро-иена, да. Видите, даже чуть-чуть подороже вошел на спред. Да, буквально. Ну, хорошо. Хорошая сделка. Ты можешь торговать, если новенький, пока одной позиции. Вот как я сейчас зашел, все, не наращивать, не добавлять, ничего не надо. Дожидаешься вот этого первого тейк-профита. Вот она, зона тейков по евро-иене. Вот здесь. И зона тейков по DAX. Первая, да, потому что если рынок будет падать, куда ближайшая, да, где ближайшая зона, куда цена придет? Ну, здесь. Все. В этой системе сигналов очень редко бывает, чтобы у вас два идеальных сигнала, да? Очень редко бывает так, что по двум идеальным сигналам был лосс. И там, и там. Это очень редкое явление. Можем добавить по евро-иене. Добавляем объем по евро-иене. Вот как раз про то, что я вам говорил, да? Увеличиваем объем. И, возможно, увеличим объем по индексу DAX. Наблюдаем. Готовлюсь забрать прибыль по евро-иене. Первый тейк. Снимаем прибыль по евро-иене. Наблюдаю за индексом DAX. Мы видим, после входа цена ушла чуть выше, но при этом, помните, я говорил, да, если стоп в зоне досягаемости, его легко может вынести. Перевожу позицию без убыток по индексу DAX. Я входил здесь, рынок пошел против моей позиции, стоп не сработал, как я говорил, да, очень важно не ставить стоп в зоне досягаемости. И мой тейк остается на прежнем уровне. Сюда алерт и пока в сторону. Евро-иена я продал здесь. После того, как появилось подтверждение, нарастил объем, забрал прибыль здесь. Если упадет, я заработаю еще. Наблюдаем. Да. Очень хорошие сигналы у нас с утра. Хотя евро-иена на поддержке. Смотрите налево. Да, слева уровень. Мы можем здесь зафиксировать отличную прибыль по евро-иене. Я думаю, что это правильное решение. Наблюдаем.
наблюдаем. Сейчас посмотрим, как цена будет торговаться возле минимума слева. То, что я люблю, да, утром с 10 до 11, 1-2 сигнала, иногда 3, идеальные входы, примерно 70% прибыльных сделок. Ты делаешь вот сейчас у нас по всем счетам, я вижу $915 на текущий момент суммарная прибыль. Если отработает DAX еще, то это будет ну, очень хорошо, и все, можно больше не торговать. Как говорит мой один американский коллега, не злоупотребляй гостеприимством рынка. И вот мы подходим к тейку. Там слева есть уровень. Мы можем уже готовиться к снятию позиции по евро-йене. Снимаем евро-йену здесь. Да. Итого мы продали с вами по лимиту. Помните, да, ставили sell limit. Потом я увидел подтверждение, нарастил объем. Тейк первый сработал здесь. Тейк второй мы взяли здесь, руками закрыли. Угу. Индекс DAX я продал здесь. Цена до стопа не дошла. Упала, я перевел без убыток. Подстраховал позицию. И посмотрим, что будет. Итого прошло вот минут 30, да, на все про все. То же самое в американскую сессию, да, но в Америке чуть более масштабная, то есть там и Европа, там ну, самый такой, да, ликвидный период, поэтому там не получается торговать час, там чуть дольше, а в Европе нормальный час. Если вы хотите получить мои алгоритмы, и вам откликается то, что я делаю, и вы понимаете важность того, что должны быть четкие правила, то добро пожаловать. Все вы найдете под этим видео. Подключайтесь, изучайте, становитесь зарабатывающим трейдером. Это не так легко, безусловно, но это возможно сделать быстрее, чем вы думаете. Потому что я на это потратил очень много лет, но у меня ничего не было. Я начинал с нуля, у меня не было ни коуча, ни места, куда бы я мог прийти и обратиться, да, мне помогли, такого прям вот, ну реально действенного, да, места, такого надежного, то есть где бы был результат. Я наблюдаю за DAX, можем скоро забрать прибыль здесь, посмотрим, будет ли DAX падать еще, но это не обязательно на самом деле, можем здесь забрать прибыль по DAX. У нас получилось $1130 профита по итогам трех сделок. Одна сделка здесь, две сделки в евро-йене. И везде профит. И здесь небольшой профит, по евро-йене хороший профит.